Все, забыл сегодня, забыл микрофон, забыл все. Мы вот просто снимаем на телефон, как есть в рабочей обстановке. Уже хочется прям тапок в пол надавить. У-ху! Мы просто летим. Виктор, а ты получил результаты тестов из Совалмаша? Да, тесты сделаны, двигатель очень перспективный, поэтому его можно запускать в производство. Доби DA95, только большего размера, тоже четырехполюсной, вот, у него больше скорость. Моменты практически те же, что и у шестиполюсных были, но за счет того, что скорость выше, совсем другой дизайн, чем у шестиполюсных, которые были в первых моделях АСПП моторов. Ну вот, друзья, я хочу показать вам машину, да? Вот это грузовичок, на который реально можно ставить двигатель новый, тот, который мы протестировали. Смотрите, какой аккуратный автомобиль. Двигатель мы уже в Совалмаше протестировали. Есть компания, которая производит эти автомобили и готова эти автомобили, готова на эти автомобили устанавливать уже наш мотор. То есть вот здесь видно. Как ты вообще оцениваешь вот такой автомобиль по сравнению с тем, что мы уже испытали? Ну, тот Кенгуру, который, или как он там назывался? Кенгуру, да. Ну, эта машина, не знаю, на ней даже сидеть страшно. Когда я здесь ее тестировал, сидишь как в бронетранспортере. Видно только частички, и то вот на таком уровне. То есть глаза видят только то, что перемещается рядом с тобой. Назад невозможно было смотреть. Управляемость паршивая, да, на самом деле. Это стабильная машина, даже просто посмотреть по базе, она стабильная, двухместная, нормальная, обзор хороший, все зависит от заказов. Будут заказы, это ж Китай, и займем соседний завод еще, да, где можно будет производить, потому что кузова производятся легко в любом месте. Мы сейчас тестируем автомобиль, грузовичок электрический, на который мы можем ставить уже двигатель. Новый двигатель, который мы испытали в Совалмаш, мы можем ставить вот на этот автомобиль, выпускать до 100 автомобилей в месяц, до 1000, да, по-моему, 1000 мы можем в год делать. Да, свободно, да. Свободно можем делать 1000 автомобилей в год. Но я не гоню, скорость у меня чуть больше 40, но когда я вот надавил на педаль, ну, вы знаете, это очень хороший прием. Очень тихо двигается машина. Ну, я не знаю, я прям вот еду и получаю удовольствие. Конечно, это не BMW там класса люкс, но у этого автомобиля другие совсем задачи. Ну, сейчас Виктор поснимает, как мы двигаемся. Вот, посмотрите, какая дорога впереди. Вот, а теперь мы покажем, как мы набираем скорость, пока там до светофора далеко еще. Машинка вот проехала. Вот, посмотрите, я вот на педаль, чуть-чуть я придавил на педаль. Все, сразу автомобиль набирает, сразу у меня на спидометре уже 60, и приходится сбрасывать. Нет, очень приятное в управлении, легкие. Непонятно, что это электрический автомобиль абсолютно, но... И вы понимаете, что мы уже близко к тому, чтобы ставить сюда наши моторы серийно. У нас все для этого есть. У нас есть моторы, да, протестированные. Мы можем их сейчас запустить здесь, в производство. Мы уже договорились практически устанавливать наш мотор на эту машину. Поехали. Так, ребята, я поехал. Все. Ребята, просто класс! Это вот все, я влюбился в эту машину. Мы на нее точно будем ставить моторы, которые производит компания SPV Technology.
Все, супер, ребята, супер. И вот машина сейчас пикает, слышно этот звук. Да, вот слышно, да? Это значит, мы двигаемся медленно. Это значит, что пешеходы нас слышат. Вот 20 км в час. До 25 она будет булькать так вот, чтобы люди вообще слышали, что у них рядом какое-то движущее средство. Вот как только 25, все, звука больше нет. Включаю Виктор Конди, а то мы тут... Такой разворот. Вы видите, да, угол разворота. Это я еще руль не до кольца повернул. Маленький разворот, удобно для города. И динамичная машина. Можно и ускориться, можно двигаться медленно, можно двигаться в таких вот, он не широкий, в таких узеньких улочках. Я так думаю, что итальянцы — это наши прям покупатели. Ну, про Латинскую Америку, там, конечно, еще не столько машин, как в Италии. Но я думаю, это удобная машина для любой страны.